Призывая чуть ли не к войне с этой страной. А вот сегодня российский президент Владимир Путин сделал неожиданный реверанс турецкому коллеге Реджепу Эрдогану во время их встречи в... Выступал против присутствия турков в Карабахе. Мы неосторожно фактически
40 Украины и Турции, поскольку не хотела бы, чтобы турецкое вооружение применялось против наемников ДНР и ЛНР. Безусловно, эта тема важна. Вы знаете, что Украина – страна, которая имеет внутренние конфликты на юго-востоке. Конечными головами использовались для нанесения подтверждением того, что там находятся российские военные, потому что стала бы ли другая страна так переживать за граждан другого государства? Я думаю, нет. Если бы это правда был гражданский конфликт, то он закончился бы буквально через пару суток. И Москва опасается того, что Турция может значительно укрепить Украину в военной сфере, ведь президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выступал с поддержкой инициативы Киева по получению членства в НАТО, а также стабильно поддерживает украинскую позицию. И в этот же день стало известно, что Украина и Турция построят учебно-испытательный центр по эксплуатации БПЛА. Соответствующий меморандум был подписан в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского лидера. С украинской стороны документ подписан. Государство выразило благодарность от себя лично и от украинского народа президенту Турции Реджепу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта. Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины, сказал Зеленский. Ну а согласно документу, Байрактар построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров. По информации украинского Минобороны, следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА. Байрактар планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотных.